За единовременной выплатой на детей до 7 лет семьям нужно обратиться до 1 апреля. До окончания приема заявления осталось 2 недели. Многие семьи выплату в 5000 рублей получили автоматически в декабре прошлого года. Пенсионный фонд ждет заявления от магаданцев, чьи дети родились после 1 июля 2020 года. Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуг или через клиентскую службу ПФР. В обращении необходимо указать данные свидетельства о рождении ребенка и реквизиты банковского счета для перечисления средств. С 1 апреля 2021 года заявления на получение единовременной выплаты приниматься уже не будут.